Как рассказал звонивший мужчина, накануне вечером стало плохо его 10-летнему сыну. Мальчик почувствовал головокружение и тошноту. У 9-летней девочки открылось кровотечение из носа. Руководители группы полагали, что детям станет лучше, но к утру их состояние не изменилось, и взрослые вызвали спасателей по спутниковому телефону. Спасатели эвакуировали на борту вертолета 5 туристов, 2 мужчин и 3 детей. Все они жители Сочи. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.